Ну что, вкуснотень? Давай. Вкуснотень. Это булочка со сгущенкой. Вкуснотень. А что самое интересное, у нас завтра есть еще такая девочка Оля. Она. Так, а я здесь лежу, так посмотрю. Тебя не видно, не переживай. Давай, давай, давай. Щекастый товарищ. Да, щеки-то у нас дай бог теперь. Кушать. Вкусно, вкусно, вкусно. И глотать. Жалко, по низу, там не хавали. Да. Так и хочется. Как обычно бани заливает. Хоп, залил, да, зажал морду и погладил. Только это мою морду тут особо не зажмешь. И снизу не погладишь. Да, Мишки? Обижается, губу сворачивать, а корыться. Вот ты что думал? Давай. Так, лапы меняй, да? Все? Да, он лапы. Что, забился? Лапы, лапы лезь. Подняться хочешь. Конечно. Там, смотри на. Угу. Ну как, что там сидит? Ну там. Сошел, говорю, все это сошел уже лучше. Что делать? Шраглывать. Вот так вот положи. Нет? Я как знаю как. Еще будешь? Давай. У него во рту, по-моему, так и осталось. Да, конечно, так и останется. Если он не захочет, он не проглотит. Не, много просто не надо. Не, я по чуть-чуть заливаю совсем. Да, там немножко. Гадость, говорит, какая. Говорит, не тем вы меня кормите, где, говорит, мой мед. Похудел. Мишке мед будешь? Все, голова. И только правильный мед. Неправильный мед мы не кушаем.